Хабаровский край стабилен сегодня. Поддержка очень высокая и доверие у президента. В целом власть крепкая. Именно поэтому нам удается реализовывать крупные проекты в интересах людей. Только стабильная власть. Когда и порядок, туда инвестор идет. Сегодня мы увидели, регион проделал большой путь развития. Сейчас это признанный инновационный и промышленный центр в масштабах не только Дальнего Востока, но и всей страны. Регион обладает целым рядом очень серьезных, уникальных преимуществ. Это и выгодное географическое положение, крупная транспортно-логистическая сеть, включая БАМ, Транссиб, крупные порты, близость к дружественной нам Китайской Народной Республике. Край славится развитой индустриальной базой, включая знаменитое предприятие оборонно-промышленного комплекса. Хабаровский край – богатейшая природная кладовая и горнодобывающий комплекс является одним из локомотивов тоже региональной экономики. Регион уверенно входит в пятерку лидеров по золотодобыче. Существенный рост отмечается в добыче меди и олова. На примере хабаровской экономики нашего региона мы санкции выдержали буквально в первые месяцы. Так отряхнулись, перестроились. И за это огромное спасибо и правительству России, и нашим предпринимателям, и нашим людям. Перестроили логистические цепочки, и все едет.